Саид Остюк – один из ведущих нейрохирургов турецкой клиники Medical Park. Он специализируется на диагностике и хирургическом лечении патологий нервной системы человека, опухолей головного мозга, хирургии эпилепсии. Квалифицированный врач является участником 86 международных и национальных научных исследований. Иностранец провел в Самарканде медицинский осмотр населения и дал необходимые консультации и направления пациентам. Медосмотр инициирован многопрофильным лечебно-диагностическим центром «Тасниммед». Я занимаюсь лечением головного мозга и нервных заболеваний. Это наш второй визит в Самарканд. К этому часу мы осмотрели больных, страдающих неврозом и нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Надеемся помочь путем легкого хирургического вмешательства. Сотрудничать с мировыми брендами в сфере медицины говорит о многом. Это прежде всего развитие сферы здравоохранения страны в целом.